Давай, давай, дай. Еще много времени. Жми, жми. 10 секунд. Много времени. Это много. В рамках реализации всероссийского молодежного проекта «Отстуд зачета к знаку отличия ГТО» на площадке спорткомплекса «Буревестник» идет отбор в сборную НИУ БелГУ по ГТО. Участниками проекта, который поддержан фондом президентских грантов, стали студенты факультетов и институтов НИУ БелГУ, показавшие лучшие спортивные результаты на уровне своих институтов и факультетов. Студенты проходили 8 видов испытаний – бег на 60 метров, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, прыжок в длину с места, подтягивание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине и другие. По словам директора Центра тестирования ГТО НИУ БелГУ Александра Воронкова, студенты, которые проявят себя лучше остальных, будут защищать честь университета на декабрьском первом всероссийском студенческом фестивале ГТО. Отметим, что Белгородскому госуниверситету выпала честь стать площадкой для проведения этого фестиваля. Организационную поддержку университету окажет АССК России и федеральный оператор комплекса ГТО. Фестивали среди школьников проводятся с 2015 года ГТО. Среди студентов еще не было ни одного. Это первый. И надеемся, что он тоже станет регулярным, так же, как и среди школьников. И естественно, что возможность поучаствовать в таком фестивале, она позволит привлечь большее количество студентов к активным занятиям физической культуры и спорта. И спортом для того, чтобы попасть в команду, для того, чтобы стать сильнее, для того, чтобы себя показать и свой университет прославить.